means to showing stuff the Lord. Или женственное. А красиво. Как тебе больше в этом пальто идет? Женственное или... Нет, мне кажется, наоборот. Не, ну, типа Lord. Lord. Save the Lord. Пакет классный. Лера, да сколько можно уже? Лера, что ты устроила? Везде ты, блин, капец. Я в отпуске, малая, отстань от меня. Веселуха. Отримав квиточок, хто ще не розірвав напіл, є така у вас можливість зараз. 5 секунд. Квиточок, напіл розриваємо. Одну половинку до мого кошика. Ви мене чуєте, красуня? У вас є квиточок, ви його ще не розірвали напіл, ви не зможете виграти. Дорогие злобные комментаторы, которые мне пишут: «Ань, какие отношенечки, парни, ты этого не знала, не познала, никогда не познаешь, ты не имеешь права об этом говорить». Так вот, да, возможно, у меня не было парня, но у меня есть определенное мнение, с которым бы я хотела и могу поделиться с девчонками, и в этом нет. Это ужасно, когда девочка хочет любить себя парня, потому что если это поистине твоя судьба, то вы обязательно будете вместе. И это вообще он должен за тобой бегать, дарить тебе подарки, добиваться тебя, а ты просто должна жить своей жизнью, быть самой красивой, а потом еще скажешь ему «да», а возможно и «нет». Так, перейдем дальше к вопросам про отношения. И если вдруг мальчик не обращает на тебя внимания, не нужно делать какие-то специальные нелепые ситуации, чтобы он все-таки тебя заметил, просто будь собой, живи своей жизнью. Возможно, это просто не твой парень, и тебя ждет другой. Что на этом сегодня все. Спасибо огромное всем за вопросы, они реально были очень интересные, и очень много было вопросов про отношения, про мальчиков впервые. Возможно, мне нужно снять такое видео на канал, проголосуйте тут, и я, возможно, подумаю об этом. Люблю вас сильно. В общем, девушки, вы должны уважать себя, свое достоинство, и знать, что в мире есть парень, который обязательно вас полюбит такой, какой вы есть, и не нужно никого добиваться и страдать из-за этого. А вообще, мне очень понравилась эта тема отношений, поэтому может мне снять ролик. После предыдущего ответа на меня полился шквал негативных комментариев от парней, которые на меня подписаны. Так вот, я хочу сказать, конечно, девушка тоже должна идти навстречу, делать какие-то знаки внимания, но не должна прям добиваться парня. Если он не обращает на нее внимания, то, возможно, это не ее парень. Мне кажется, я как-то сама себя смотивировала, я очень давно хотела заниматься спортом, и просто пришел момент, когда я сказала: все, хватит лежать на диване, нужно заниматься спортом, и я занимаюсь 2-3 раза в неделю, у меня нет каких-то определенных рамок по поводу питания, я просто стараюсь не есть сладкого, у меня нет каких-то определенных секретов, как я ухаживаю за волосами, у меня есть определенная шампунь, кондиционер, иногда масло для волос, термозащита постоянно, и если вы говорите про мои кудряшки, то это все с помощью диффузора и специальной пенки для кудрявых волос. Нет чего-то определенного, что делает меня счастливой. Меня делает счастливой очень много вещей. Моя семья, мои друзья, люди, которые приходят к нам на концерты, ваши горящие глаза, музыка, фильмы, книги, путешествия. Абсолютно-абсолютно все. Итак, следующий вопрос. Я думаю, что в моей жизни была, возможно, какая-то симпатия детская, подростковая, но это не длилось очень долго. И я думаю, что настоящая любовь у меня только впереди, я уверена в этом, поэтому я жду своего принца на белом коне, когда он придет ко мне и скажет: привет, друзья! Я сейчас собираюсь снимать для вас новый ролик на YouTube «Что в моем телефоне», ну а потом хочу поотвечать на крутые вопросы здесь, в Инстаграме, поэтому задавайте интересные, креативные, провокационные вопросы, я обязательно на них отвечу. Можно сказать.
самая. Губы, руки, шея, это ты самая. Со всеми приколами ты самая. Целуй, кусай. Welcome to the club.